Какая-то лодка с водой внутри. Народ, всем привет! С вами Малыш, Ромашка, Белка и Ник. Он опять хулиган. Здороваемся. Привет. Привет. Вот, ну что же, сначала мы начинали с Белкой, потом подсоединилась все-таки Ольга, Ромашка, вот. И, наконец, к нам подсоединился Ник. Теперь мы уже вчетвером в одном трайбе. Вот. Надеюсь, у нас будет семья дружная. Вот. Некоторые уже кричат, не трогай моего Кецеля, не трогай моего этого, того. Все, началось. У нас есть Кецель. Будущего. А, нет, про птера говорили, я понял. Я птера хотела сегодня на этих выходных растить его. Так, если что, я в лесу. Если меня я, тут... походу, народ даже не успел ничего разобрать. Если меня здесь найдет Карна, ищите меня здесь. А, меня тоже тут искать. Что-то тут живности мало, да? Трихона как устроить просто. Я вообще хотела вглубь острова уйти, но ладно, пока никто не хватит. Но мы пока не так уж сильны, чтобы вглубь уходить. У нас не динозавров. Мы сейчас пешком пойдем, Карна встретит и просто всех разберет. Да ладно. Раскидает. Вам надо показать, как надо пробираться внутрь острова. На корточках. Опыт капает, да? Да-да-да. На корточках, ползком, я понял. Тихо-тихо, тут Карна. Где-где? Да мы в кустах. Да тут Карна рядом ходит. Да. Так будет, да? Угу. Что хотела сделать, ты мне скажи? А еды нету? А, это проблема, да. Да, ну ладно, тогда ягоды собираю. Но на ягодах не продержишься долго. Слушайте, а у нас еще открыт уже этот гамак или что-нибудь? Фу, блин, этот спальник. У нас кровать. Или кровать? Нет кровати. Да? Вот хорошо. Маленькая, такое непонятное, это кровать. Это вот он бежать сюда. У меня тут мяско, я одно поджариваю, иди домой заберешь. Я сейчас домой отнесу мясо, мне тоже набрал тут. По-моему, 4 куска есть. Сейчас они тебя накормят. Я не понял, а обед у нас сегодня будет, а? Девчонки кормят. Зачем сюда-то каменные стены тратить, я не пойму. Мы же там собирались строиться. Вдруг на нас нападет Карна, камень нам не сломает. Так, Ник, смотри, я еще 6 кусков положил, ты возьмешь. Ага. Ну, в принципе, да, логично, хоть будет где укрыться. Так, семена никто не выбрасывает, наркотик не выбрасывает, мясо не выбрасывает. Я вот недавно только об этом говорил, что девчонки будут командовать. Нет, мы не будем командовать. Кстати, они... X1, да? Да. Полный стандарт. Так что... Да. Так что это будет долгий путь. Крепитесь. Это будет долгий путь, да. Крепитесь. Все будет хорошо. Главное, что команда у нас дружная. С мешком. С каким мешком? Я говорю, с мешком как-то не так. Ну, с каким мешком-то? Да не мешок! С мишенька. А, с мишенькой? Тяжело. Ладно, я тебя понял.
Слушайте, это ужас какой-то. Я по одному наркобейли изготавливаю. Там 6 наркотиков у нас. Это же классно. Мы трайка как-то хотели. Мы, видимо, 4-го трайка уже съели. Кто 4-го трайка съели? Мы же с тобой 4-го трайка хотели за Таней. А, так он ушел куда-то. Пока мы думали, он говорит, да ну вас нафиг. Тут еще 2 куска осталось. Я костер тушу пока. Да, конечно. А девчонки у нас не тушат костер. А зачем? Они говорят, малыш, еще принесешь. Ты же на страйк. А что у нас эта дверь не заблочена, а не заперта? Ничего себе, там булыжники летят. Да, аккуратней. Меня чуть не прибило, когда мы с Леной бегали. Она, главное, бьет, я и к ней иду, чтобы это воды попить ходил. Вот, возвращаюсь, смотрю, булыжники летят. Я лево-право, лево-право. Чего качать-то вообще? Вес, наверное, да? Ну, я пока только вес качаю. А, качаешь вес гурта у трека. А бурдюк открывали уже? Лежит бурдюк в ящике во втором, возьми. Не, я к тому, что открывать его вообще, он нужен. Не открывай, я открыла, дальше вам буду делать фляжки, чтобы не тратил умение. Короче, я вообще пока ничего не открываю, мне хорошо. За меня все делают, там все готово. Они кормят, поют и одевают, да? Да. Так, малыш, ты там кожу собирай, пожалуйста. А я пока камнем занимаюсь. А мне кожа тоже нужна. Я так же... что, да, идите кожу добывайте. Говорили, командовать не будут. Ты не говори. Мне бы копье сделать, я пошел бы. Давай, да. Тоже сделай ему копье. Иди ко мне, я тебе половину отдам. Кого половину? Ты мне? Да, копий. А там еще в ящиках пошариться можно. На плоту тоже в ящике стоят. Там где-то копья я ложила. Что-то устал я быстро. Пешком-то бегать, это тебе не на динозаврах. Вот я, сейчас тебе скину. Янки, go home. Засоряйте эфир. Так, ну что, 247 камня. И камни, теперь кожу, пожалуйста. Я половинку поставлю, и можно будет делать инструменты железные. А что какие-то ящики такие интересные, большой какой-то один. Это маленькие ящики. Это наши маленькие ящики. Кстати. А что это за гадость такая, муха какая-то? А... Дрон. Это Дромби. Это можно будет делать. Лена, а давай поставим эти большие в доме-то. Вы дом еще поставьте. Ну вот я говорю, пускай он лыж там делает. Каркас. Хотя бы. Прэшфаб. Что значит хотя бы? Ну, хотя бы. Такое впечатление, как будто я ничего тут не делаю. На халяве бегаешь. И вот я попросил бы вас. Так это мне надо изучать. Соломенные стены, эти стены, потом эти стены. Это стены не умеешь. Я ничего не изучал же. Давай я на плоту тогда оставлю, у нас там место еще есть. Ну ты соломенный фундамент там не ставь. Где ставить? Ну, там, где у нас будет дом, я потом переделаю, примерно. Я же там...
А, соломенный хочешь, чтобы я пока поставил? Ну да. Основание дома. Блин, а кого здесь убивать-то? Чё-то никого не вижу вообще. Карлы ходят. Змея справа, аккуратно, Ник. Та змея, она вон возле того дома тусуется и сюда ползет. Блин, опять эта здоровая. О, черепаха сверху ползает. Наконец-то я нас одну увидел. Так, она сюда ползет. А, да. Чуть давай, может, побить его. Она уползла. Она высокий уровень, хоть смотри. А я вот не помню. Да и в нее особо... 10-й. Давай попробуем запинать. Мамашка убрала, умерла от титана Бога 8-го левела. 8-го? Да. Вообще они как сильно его? Бьют. Да у нас брони... У нас брони-то особо нет, вот в чем дело. Загрела. А, не, не загрела, все бежала, все назад бежит. За тобой пошла. Много, мы это... Да не, она там мечется туда-сюда, не пошла. Как раз таки она вертится туда-сюда. Ее тянуть, может? Она не знает, кого выбрать. Тебя или меня. А Ника одели? Ник, тебя одели? Не-не-не, а я сейчас со змеей бодаться буду. Ой, побежал я. Да ё-моё, да чё она опять назад? Ты её тянуть пытаюсь, а она опять назад. О, всё, загрелась. Да-да-да-да-да. Смотри, там не встреть никого по дороге. Опять возвращается, да что такое? О, она как прямиком, по-моему, на меня. Петлёшки дать можно или нет? Так, да, она на меня. Так, я в дом ушла. Я боюсь. Ты дверь закрыла в доме? Нет. Дверь закрой. Короче, давай я ее хвост буду долбить. А, не, если я долбить начну, она агрится, на дом начнешь, правильно? Она на дом, вот опа, тут я ее опа, вижу. Опа, ой, солилась. Короче, получай, червячок. Валим, валим ее, валим, все, понеслась, понеслась, понеслась. Есть! Есть. Забил. Что-то с нее вообще так мало. Ты копьем добиваешь, поэтому мало. Да. Ник, подожди. На тебе штанишки, Ник, стой. Браво! Ну, народ угорать будет. Нормально, я и в трусах ее запинал. Быстрее, в костер у меня пробит целый. На плоту там эти инструменты. В шкафу какие-то есть. Слушайте, дайте волокно, у кого есть. Малыш, есть волокно? А я кидал. Нету. Немножко. Там сколько-то было. Ящик. Сейчас я тебе сделаю эту рубашку. Ну, мне два пуска нет. 21 тут. Не хватит, наверное. Оля. Так я пытаюсь взять. Что? Я вот вижу, почему я хочу камень, не дом. Камень. Я тебе штаны сделал, да? Сейчас рубашку сейчас сделаю. Камень я не успел только еще закинуть. Куда камень тебе надо? Мне ее кожа выпала, сейчас скину. Вот поэтому хочу камень, не дом. А, у нас еще здесь еще камень. У нас, короче, разбросано пока все, я так понимаю, да? Да, пока все. Хорошо. Оля, держи. Это от я мясо закинул. Забери эту, забери рубашку. Оля, забери вот это. Это не забирай, отдай. Отдай обратно. Не забери, запарил. Отдай обратно. Так я забрал вроде. Нет. Откуда ты взял первосортный? А, ладно. Со змеи. Отдай обратно, я пожарил. Да на. Забирай, да. Оля, забирай. Мужчины-то себе еще добудут. Я в костер закинул мясо, которое выпало с нее. А, добро. Так, сюда не помещается камень.
Заберешь камень? Да, уже не помещается. Камень возьмите, ага. И в сундуках еще камень. А что мне дерево, пожалуйста, если я хоть переделаю? Что? Лен, дерево куча возьми, вот а, тут так я. Так скиньте, я не могу. А, не достаешь? Могу открыть. Ну сейчас я тебе дам, сейчас, подожди. Еще один скриншот, как они всегда вдвоем стоят с поднятыми руками. Соломку теперь, соломку. Соломку? А есть у нас солома-то? Мне пока нужна солома. Я не достаю, Оля. Я тут не достаю. Перекини. Соломку сейчас... О, ты подняла? Тебе дали? Да, я подняла мне соломку, пожалуйста, тогда скиньте, я сама не смогу взять, а такую фигнюшку смогу взять. Сейчас, секунду, я тебе дам. Так, несу солому. И мне тоже скинь на пол, потому что с этого я не смогу взять, а с пола смогу поговорить. Да-да-да, сейчас я тебе все скину тоже. Я тебе кину. Спасибо. Ника, ты где? А я собираю тут по мелочи. Такую дрянь собираю. Так, я еще 16 кожи принес. Стоим, качаемся, качаемся, да? Ой, не говори. Смотрели, сколько тут народу? О, это все застроено. Я когда заходил, не глянул. Ну, единственное, у нас вот сосед. Если смотреть слева, ой, с моря на лес, а слева сосед у нас адекватный. Я к нему зашел, попросил у него, ну, по-английски, это, кирку, либо этот топор металлический. Но он говорит, что у него вроде проблемы сейчас тоже с этим. Он дал это 4 слитка металла. Give me. Нет, 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 это было не так. Зараза. Это было совсем по-другому, не надо наговаривать. Что, девчата приуныли совсем, притихли? Так, я пока камень опять добываю. Добывай. Нам победить. Ну да, с непривычки как-то по одному, это что-то мало. Это тебе выживалка. Это конкретное выживание. Так, я могу что-то выучить. Может, выучить деревянные стены? Кто что скажет? Тогда, раз уж я выучила. Так, могу выучить селитру, раз я выучила ступку. Откат. А? Ступка стоит возле костра на плато. Я туда поставила, потому что как бы мы еще не знали, где у нас дом будет. Вот, потом поставлю где-то в доме. Хорошо, я пока тоже туда это заберу на переплавку, на плавильную печь, короче. Ага. Так, я селитру учу. Все слышали? Ты... Нормально. Вы знаете, что сейчас Ник сделал? Он просвистел, следуй за мной, причем в мою сторону. Я вообще в шоке. Это я промахнулся по клавише. Нифига себе промахнулся. О, слушай, а может убежать до этой фигни? Она вроде недалеко. Не-не, это тебе кажется, что недалеко. Она вообще на другом острове может быть. Если думаешь? Ты про обелиск, он не на другом острове, но он далеко. Не-не, обелиск, он это упала штучка. Зеленая далеко. О, блин, помирать начинаю. Да она за этим... за... блин. За болотом аж. У меня 3 наркоты, что-нибудь с ними можно сделать? Наркобери, что ли? Да, да. А вон, в ступку. Собирай в ступку, да. А ступка на плоту, да. Пока да, на плоту.
Лишь мы вяленое мясо-то возьмем. Мне нужна твоя помощь. Мне надо, чтобы ты из ящика все забрала. Я их уберу и поставлю большие. Я? Сейчас. Угу. Тут я вес качаю. Ой, у меня льдинка. Ой, снежинка. Так дождь, конечно. Ничего не видно, хоть у вас выкали. Так, расходитесь, я все забирать буду из этих. Куда кидать всяких вам? Пока никуда. Я с одного тоже забрала. Я забрала все и стою. Так, вот малыш, ты забрала. Сейчас я буду ставить другие ящики. Ник, ты видел вот эту кровать? Причем я ложился и примерялся, она не подходит. Тут нога поместится. Ник, возьми факел. Да. Ура! С масштабами. Это с туда ставить, да? И на коробки с этими кроватями попутали в размер. Да-да-да. Большие ящики ты тоже заценил, да? Да, кстати, это большие ящики. Шкафы это. Я сначала подумал, что это, знаешь, как на мельнице ставят мешок с мукой, да, там, и зерно. Дырявые какие-то. Ну все, теперь можно хоть ресурсы нормально складывать. С это перетащить ресурсы сюда, с этого, с плота-то? Лена, ступку сюда можно перетащить или уже в основной дом поставим? Так, потом там поставим, мне пока кожа нужна будет. Инструменты или не хотим? Мы хотим. Робить. Кто здесь? Что, забирать с плота все? На фундамент. Ой, смотрите, там недалеко этот вот. Я пойду посмотрю. Кто, луч? Да, луч. Где недалеко? Ну, вон. Зеленый? Да. Это далеко. Да, мы решали, как раз стояли, далеко он или недалеко. Это далеко. Недалеко он. Он уже давно упал, он сейчас рассыпется. Далеко. Нет, это просто так кажется, что он недалеко, на самом деле далеко. Но он на этом же острове, на другом. Ё-моё, опять есть надо, да что такое? Тут то же самое. Тут что-то да, тут живности что-то вообще как-то. А, сейчас я посмотрю, могу я тебе, по-моему, ловушки уже делать. Сейчас я буду ловить мясо. У меня у одного синобелис смотреть большой, он зеленый свет бросает. Нет, он... Да, бросает. Он сам по себе зеленый, и он как раз зеленым светит. Это нормальный зеленый. Слушай, я съела этот пирамид и даже наполовину не наелась. Схавала пирамид. Я сейчас короче. Это как улитки. Да? А я не знал. Улитки. Гадость. Ну все, сейчас кирдык будет. Кому? Кому? Чего? Тебе? Да. Только иди поешь ягоды. Ягоды ведь.
Ягоды цел, идиллию в любой залезть, там куча всего. А что тут валяется вокруг шкафов? Надо подымать семена. Не-не, семена эти не нужны вообще. Я не знаю, зачем они их собрали. Командирша сказала. Конкретно вот эти семена не нужны. Кабери семена не выбрасываем. Ну, кабери, там стимбери. Нет, это азулбери и стимбери. Ну, действительно, они нужны. Они не нужны, да. Вообще можно будет съездить на тот этот островок. Блин, да что ж я не могу найти ничего. Мне нужна вот такая вот штучка. Толин. Рекорм. Что? Мне какой-то фистер требует. Ты, кстати, не можешь пока большой костер делать? Я уже поставила в доме. А, это большой, да? Ну да, тут много ячеек. А, все, вижу. Ячеек. А если видите дудошку, убивайте ее обязательно. Мне надо окнуться. Куда, кстати, время суток долго тянется, получается. Да-да-да. И с дудошки обязательно сразу пережаривайте мясо куриное, вот это дудошное. Оно хранится жареное 45 минут. Ты найди еще дудошку. Ну, придется искать. Я сейчас ловушку могу сделать, но мне нужно сделать приманку выучить. Мне надо апнуть уровень. Ух, ё-моё. Лена, посмотри, у нас здесь это камни еще много. Вот в этом. Ух ты, пух ты. Угу. У нас там, оказывается, много еще чего. А, яичко. Это то самое, которое я спела. Да, кстати, да. Оля, ты же не знаешь. Да? Лена же опять яйца воровала. У кого? У соседей. У одних соседей, правильно. У других соседей. Правильно делаю. Что надо тырить? Ну все, началось. Лена, к тебе пришел соплеменник. Ты тихо стырил и ушел, называется, нашел. Вот, вот человек, видишь, я понял. Слушайте, нам улей надо будет обязательно поставить. Пчелки-то у нас есть. Так. Кремень сюда и камень. Ух ты, дудошка где-то. Где, 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 где? Я тебя слышу, да? Да, да, да. Походу, в доме спрятан. Ё-моё, точно в доме. Кто, дудошка? Да, ну это чья-то. А-а-а. Какая досада. Да ладно, вам что, впервые что ли? Что здесь место зажигать? Капец, я уже влево бегу, бегу и вообще никого не встретил. Народ, вы тогда очки не выкидывайте, ладно? Если вам не нужны будут, я заберу. Я тебе могу шляпу отдать. Что ты с ними будешь делать? Ух ты, тело нашел. С очками я на каких-нибудь динозавров их одену. Они же должны быть мудрые, умные. Люди, а где весь кремень делся? Кремень весь у меня. Дай кремень. Зачем? Ух ты, я трилобита нашел. Дай кремень и камень, я буду селитру делать. Вот, в ящик положил. Переводить сейчас камень, пожалуйста. Эта селитра, во-первых, дает очень мало тебе опыта. Блин, не только перевод всего. Она сейчас не нужна. Хорошо. Я как хожу камень добываю по одному, чтобы что-то построить нужно, селитру. А я-то думаю, куда весь камень делся? Это Ленка его. О,
У меня хитин есть, я трилобита завалил. Скоро мы на фарме на седло наптаем. О, светает, можно камень. Тут я, наверное, не добегу с ним. Так, все, я еще ушел за камнем. В смысле ты не добежишь? Ну, пожрать опять охота. Я не могу. У меня истерика скоро начнется. От этого жрать хочу. Кстати, я тоже. Блин. Так. Привыкли все на экстрим, да, капец. Надо это. Надо искать кого-нибудь. О, бежит кто-то. Кто тут рядом со мной был? Лен, ребят, вон там в лесу бегает. Пошлите, идемте, убьемте. Вон. Это раптор. Это раптор. Это раптор. Он на меня бежит, все. Это раптор. Голос. И раптор. Бей его, бей. Машка, ты убегаешь туда. Да не так, он себя боссом убил. Фу, мясо. Так. Есть хочу, устал и замерзаю одновременно. Так, раптора мы завалили. Все живые? Ой, господи. 4 мяса, каждому по кусочку. Идемте, я сейчас пожарю. Я 4 притащил. Китин принес и одну нефть. О, у нас даже нефть появилась. Я не могу. Короче, угораем, народ. Ника, у тебя, кстати, есть все из этого, из инструмента? Ну, у меня копье и этот, как ее, палка-копалка. А ты поползал в шкафах, там же было? Там же есть это вот, да. Да, сделать ему топорик. Сейчас. Ник, подожди, сейчас топор отдам. Я не открывал просто. А, не, у меня топор открыт, открыл его. Ткнул нечаянно, видать. Забирай топор. О, я два кусочка мяса свистнул. Там еще осталось. Куда весь камень-то делся? Я собираю. Мне камень нужен. Мне надо много камня. Да это понятное дело. Слушайте, дайте птеры, я слетаю за камнем. Да. Колобка можете подогнать. О, да, это было вообще шикарно. Не, ну на кровати-то они издеваются просто, ну это вообще. Хорошая кровать. Что самое интересное, я сделал камеру от третьего лица, лег в кровать, как бы под кровать, да, и замерил эту писец. Ну да, и с ящиками, и с кроватью что-то это, рука дрогнула у создателя. Так, я... Ящики должны быть большие, но вмещать мало. Как вы думаете, черепаху запинаю? Не, не надо особо. Она у нее много хп, 12 уровень, не запинаю. Она даже не хп, у нее вот эта броня. О, Дудо нашел, я Дудо нашел, все хана тебе. Ой, Дудо, лучше приручи ее. Чем ее кормить-то пока нечем. А чем, да, мы сами чем голодные это? Бегаем. А яйца нести будет. Ой. Будьте яйца кушать. А оплодотворять ее кто будет, чтобы она яйца несла? Курица, раптор. А она это, ну-ка. Самец вообще, не пойдет. Он не будет яйца. Так, ну я пока на дальняк ушел за камнями, так что не теряйте меня. Ой, блин, а мясо вы сделали? Йо, я сейчас умру. Вон, да, мясо там есть в этом. Жареное в доме есть. Кажись, я не убегу. А с Дудо какое-то другое мясо, да? Да, его сразу жарить обязательно. Я бегу. Оно хранится 45 минут жареное.
Причем здесь два этапа порчивания мяса. Сначала первый, который еще можно съесть, чуть-чуть подпорченное, и потом второе, которое уже испортилось. Меня слышно? Да. Или голодный, да что такое? А если я съем наркобери, блин, я сейчас умру, ничего страшного? Упадешь. Ты уснешь. Да. А если так и будет хотеться? Блин, от этих ягод всего лишь плюс 8, плюс 10. Там у них постепенно от ягод. Оно постепенно, ох, постепенно мяско поднимается. Две штучки целые. Вы мужикам-то мясо оставьте. Ты наелась? Я не беру. Ты наелась? Я не могу одно. Вот у меня два, я не могу одно переместить. Ну все, я съел. Там еще 4 курятина, пускай жарится. Во, отлично вообще. Тут только бегаем, вот это пожрать да туда, пожрать да туда. Пожрать, посрать, пожрать, посрать. Я не могу. Это реально выживалка. Да. Блин, откуда столько народу валяется по всей территории? Слушай, а если тебе тело побить, с него мясо не выпадет? Нет. Только если меня забьете, с меня много выпадет. Слушай, а вот этот водопровод, его разрушать можно. Значит, можно и остальное разрушать. Не-не-не-не-не, ну сейчас не трогай его, чтобы это самое. Хотя бы тоже обстроимся, ну да. Да, мы создаем вид, как будто здесь что-то есть. Труп. Не думал. Стена стоит. Хотя в верхний ярус. Это в будущем наш водопровод. Откат. Слушай, а если чужое разрушаешь, ресурсы падают или не падают? Нет. А, тогда нам вообще неинтересно. Не, ну мы просто для себя там площадку разрушили, это расчищали. Так, ну я от дома уже далеко ушел. Как бы мне тут кого-нибудь не встретить. Чё-то народу нету никого, а? Одни мы тут бегаем. Хорошо, пускай. Та-дам, я убила пачку. Это было мясо. Слушайте, правда, с мясом такие проблемы, класс. Так, тут 4 кусочка осталось, 42 минуты. В костре. Че, давайте все эту черепаху забьем, а? Да у нее много хп, не надо. Я пока далеко, я не могу. Это если только толпой, ну не знаю. А, там большое мясо, я видел, с Фиоми падает. Остальных не так много. Да, с Фиоми я всегда добывал хорошо. И вот я, когда мы с Леной ездили, катались там на этот, на травоядный остров, я там двух Фиоми завалил. Загадать еще упала Клаустон какой-то. Ой, здесь столько всего, так что будем разбираться потихонечку, Ник. Это собирают, это глина, кстати. Что не по-нашему пишут? А, потому что мод еще не ввели специально, и ребята еще не переводили. Ух ты, комар летает на его. Так, что у нас дальше с камнем? Вроде тут тишина, это радует. Хотя вроде они уже перевели, но еще как бы не ввели в игру. Отлично, никого нет. Добываем. Господи, как упинут. Чего? Явно решила бить черепаху. Мы уже ее бьем. Ты же переагриваешь.
что-то мешает очень. Она тебя сейчас будет бить, потому что ты не отходишь. Или он мне попадает, потому что я не успеваю отойти. Так давай я ее сзади буду бить. А, вы уже бьете, а чего вы не подождали? Есть определенная тактика биения вот этой черепахи, вот этих била. Да, ее убегать надо, да. Да. Потихонечку просто. Она медленно крутится, медленно. Нет, даже не оббегать, просто отходить. Ты просто назад идешь потихонечку, идешь. Два куска мяса, зашибись из черепахи. Кошмар. Ты забей. Ой, я прям. Я жрать хочу. Ну что такое? Старайтесь не форсировать, когда бежите, а просто добежите спокойно. Вы просто больше тратите это энергии на то, чтобы добежать. Курятина, 7 мяса, еще 2 куска мяса жарится. Что платитесь? Кушайте. Да, теперь мне надо 100 чем-то камня. Сейчас я тут сейчас я тут добываю, пытаюсь добывать. Я по берегу собираю. Я дошел до туда, где мы... Сырая курятина, и мне надо сырое мясо на ловушку. Я дошел до того места, где мы с тобой видели этот развалины. Ой, вы не видели, как мы первый раз сюда зашли и начали это лес вырубать. Мы реально просто лес вырубили вдвоем. Качались. Блин, а мясо разделять нельзя, да? Плохо. А не можно. Почему? Можно, не, через shift. Самое это вот меньше это 2 штуки. Я же говорила, вот я не могла одну не могла разделить. Почему? А через Ctrl. Да, через Ctrl. Два раза нажми по ней кнопкой мыши, 2 щелчка, и все, изберешь одну штучку. А, хорошо. А, да, работает. Фантастика. Ник, скажи, я столько нового сейчас узнаю, да? Да. Приходится по одному брать. Я тут ловушки ставлю, мне нужны теперь приманка. Ну, давай я себя пожертвую. Найдите сырую курятину. Заказ пошел. Да там один бедный Додо бегал, а то завалили меня. Иду поищу в кустах. В принципе, можно... У нас на плоту есть костер. А, тебе же сырая нужна, да? Да, мне сырая. А, она тухнет быстро. Вот в чем проблема. Я просто ловушечку поставил. А на крайняк нам просто вчетвером можно будет собраться и съездить куда-нибудь. У нас же плот есть. Съездить куда-нибудь, это, за дудошками, за мясом, если у нас здесь мало. Ехали такие вчетвером, за дудошки. Вчетвером за одной дудошкой. Ну так и получится. Да-да-да. Больше нету. Сколько здесь камня? Так, это кто там наверху? Это тело лежит, еще одно, походу, тело. Обалдеть, сколько трупов валяется?
Я какую-то приманку сделала. Сейчас попробую. А что приманка? Зачем она? А, чтобы ловушку ловили дилофозавры и их мясо. Нам же надо как-то пропитываться. Да, потому что все чаще и чаще все хотят есть. Да, динозавров не видать ни одного. Ой-ой, так. Где я? Куда я попал? Круто, сейчас все сделаю. Не умняшься. Это он бил камни, а я по берегу собирал. У меня 60. О, еще додошку нашел. Додошка мне не надо. Это... А мне уже это попадает нормальное мясо. Я думала, это какая кормушка для чего? Точнее, приманка. А, с нее перо выпало. С этим первым. Круто. Ух ты, я этого нашел. Листозавра. Опа, еще две додошки. Да тут вообще край додо. Сейчас я их всех истреблю здесь. Всех порешаю. Ой-ой, а я, наверное, не пройду. Так, подождите, это прирученный? А, это прирученный раптор прорисовался, а стенки не прорисовались, я уж перепугался. Да-да, я тоже только что посмотрела сообщение и поняла, что мы, наверное, немножко не это. Так, мясо тащу. Где обещанный камень? Блин. Представьте, три додо забил и одного листозавра. У меня 4 куска курятины это и один кусок мяса. Ох, кстати, один кусок. Вот это да. Сырое мясо жарю тоже, ну? Да-да-да. Откуда еще ловушку поставлю? Перышко. Что с этим перышком делать? Ну, половину, да, не знаю. О, ловушка захлопнулась. Ля-ля, мы мясо добыли. А чего мясо-то добывать, что я не понял? 7 штук ловушки. Из кого? Из воздуха, что ли? Да, из воздуха. Только номер. Там не мясо, там лежат приманка. Я, собственно говоря, почему и требовала этот. Нет, она лежит дальше. Да. Полчаса. Нес. Ой, это я камень. Я говорю, что видишь, надо это. Тут под водой тоже никого нету. Под водой тоже нету. Не густо заселенный на район. Я камень сложил в последний ящик. Окей.
ты там ловушку, что ли, поставила? Так далеко? Да, это ловушки. О, поймала. Круто, прям перед носом. В компе опять 8 кусков мяса. Ты знаешь, они, по-моему, появляются из ниоткуда, да, просто? Да, просто появляются и все. Ну да. Слушай. У нас есть еда. Это какая-то садистская ловушка. Камнем прибивает. Есть еще две рыбы. Обалдеть вообще. А, Оля, у нас дерева пока достаточно, Оля. Я его качаю. А, ну, здесь нет камней. Камней нету, да, я понял. Добро. Хорошо. Да, вот с камнем у нас, конечно, на дальняк идти пешком опять. Живем, ты бы поставила бы возле дома ловушки-то? А возле дома не надо. Почему? А потому что когда ты возле них трёшься, они ничего не срабатывают. А-а-а. То бишь все продумано, да? Ну, просто ты, когда они не в поле твоего зрения, оно срабатывает. Вон там даже подтвердили. Найс. Отлично. Так, тут говорят, мясо раздают. Там все мясо кусков жарится. И еще на жареный лежит. Мы живем. Ура! Мы нашли пропитание. Так вот. Я мясо забрал. Ты закрывайся, дверь. Это я тут. Да нету здесь, я сколько уже бегаю здесь. Тут вообще никого нету. Одни мы голодные бегаем тут. Было обновление сервера. Только у меня зависло? Не, у меня тоже. Откат. А, откат. Чего, так часто срабатывает? Я камень нашла. Отлично. Я говорю, на кровати, на стол к вечеру. Сейчас мы придем. А вот эта вилка попался, круто. А нет, компик тоже. А там кроме мяса еще что-нибудь падает? Нет. Ну вот. 14 кусков мяса за раз. Обалдеть. Из воздуха. Слушайте, классно. Да. Ну что тогда мы вообще животных долбить будем? И так родиться. Да, да, да. Не, ну кожа, да, надо будет. Там термуш появится. Надо будет потом Нику крокодила затамить, он за жемчугом плавать будет. Ага, а тут акваланга нету. Это будет номер. Тогда лучше детей. Он быстро прокачать его скорость. Да, вниз, вверх, вниз, вверх. Люди, я тут до соседей дошла. А что это я так? Чего такое? Взял, упал, этот, сознание потерял. А, ты никого дал... Нет. Ты, наверное, хочешь пить или кушать? Ты, наверное... Вроде нет, не хотел. Сейчас я посмотрю, где ты есть, а вот ты. Вот ты. Ой, тут такой красивый комбик попался. Такой цветной. А, так у тебя это... Оцепенение. Ты это... Следи за этим, когда бьешь. Чтобы стамина не падала. Да-да-да. Ты, ё-моё. Когда тебе пишется, что усталость, лучше тормозни, отдохни. А то так упадешь в обморок, завалит кто-нибудь. О, глянь, там здоровяк ходит, давай его пинать. Это лошадь, ты обалдел, что ли? Она нас сейчас всех поимеет тут.
Они добрые, что-то. Ага, они злопамятные. Да, они очень злопамятные. О, я этого нашел, раптора. Ой-ой-ой, бегает там. Не ходи. По врагу бегает. Не ходи туда, не надо. Ой-ой-ой-ой, он походу согрелся, вали. Волосы есть? Нет? Да, он согрелся. Уходим отсюда. Зачем? Пойдем, Ник. Куда? Куда-куда? Домой. Пойдем. Домой пойдем. Я бежал. Так, я где-то здесь. Да он там в овраге, он там застрял в овраге, он не пойдет дальше. Он там переключится на кого-нибудь. Я Дудошку нашел. Дудошка, привет. Да ладно, одно перо. Слушай, а балас работает на раптора? Да, на всех. Все-таки Ника правильно назвал. Люди! Да. Там кто-то большой идет в нашу сторону. Там это где? Или он повернул обратно? Там это где? Все, повернул обратно. Да там это где? Ну, там это с левой стороны. Там тарам та там. С левой стороны от Оли. Олю я вижу. Ой, там обезьянка. Кажется. Да, вообще без. Да, обезьянка. Это давай Дила валим. Помоги мне, да. Дила валим. И берем обезьянку. Мы же Берри тогда набираем и тамим. Давай. Она будет долго томиться. Долго-долго. Дихлозавра завалил. Левака. Отлично. Я сейчас посмотрю, какого на уровня. Малыш, давай ты, а то я... Слушай, она 68-го, она будет очень долго томиться. Красотка. Зачем она нужна толку? Давай, давай потом, когда вот мы немножко разобьемся. Она... Это просто очень нужная долго, правда. Тема, да. 60... Я хоть посмотрю на нее. Посмотри. Я тебе затамлю обезьянок целую кучу, не переживай. Опа, я грибы нашел. Своими обезьянами. Лен, я так и знал, что ты меня выгонишь. Только нас и так выгнали. Чего там Ник нашел? А вдруг она гриб быстро станется? А-а-а. Выпал с дерева, тут он окраина, и тут эти деревья в воде и растут. И на ягодах она долго томится. А подожди, она же додошной кашей вроде, да, томится? Да, додошной кашей. А, ну все. Я несу камень. И, кстати, я по правую руку нашла соседей. У них огромные каменные ворота и вообще здоровые строения. Да-да-да. Да-да-да. И, кстати, я вижу впереди еще одну большую деревню. Это мало интересующий фактор. Главное, тырить можно или нет? Если нельзя, то не тырить. Подходите на эти самые... Свой человек. Правильно. Иди, посмотри. Я фигею над вами, дорогая редакция. Лен, я этого второй, по-моему, кладу камешек и металл, и дерево. Куда? Ну, второй. Не, а я в третий кладу камень. Ну, ой, там... У меня даже есть мяско. Там, Лен, найдет уже. А есть у кого-нибудь солома? Да, нету. Набить? Не, ну у меня-то с собой есть 65 штук, но она мне нужна, чтобы топор просто ремонтировать. Ребята, у меня льдинка. Ну да, дождь пошел. 3 градуса. Ты видишь,
слышно, а ловушка хлопнулась. Первый только не вынимает, а приманка. Угу, да, я уже понял. Я вынул и обратно положил. А я даже это, и забыл про ловушку-то. А ты пойдешь сейчас туда, забери мясо, я тебе набью это соломы. Жесть, я это схлопнул. Подожди, я тебе сырое мясо отдам. Ты понимаешь, что я только что пробегала, собирала все, они опять схлопнулись. Ну хорошо. Да мы обожрёмся. Я нет, никто же. Да-да-да, я уже добегаю. Пожрать. Слушайте, холодильник изучать, хоть мясо жареное будем хранить. 3 литра нужно. А у меня семена кукурузки. Так, где обезьяна? Сбежала. Она поняла замысел. Так, еще один уровень, отлично. Ну что я могу сказать? Где я холодильник? Сейчас эти соломы набью. Холодильник. Чего? Я говорю, не знаю, где холодильник тут. А-а-а. Он у него еще далеко. Во, барабаны, это вообще нужная тема. Да-да-да, это обязательно. Мы будем заходить с утра и прям бабах. Слушайте, какие. Лена, ты можешь сделать еще одну это, еще один шкаф? Могу. Поставь, пожалуйста, просто ресурсами забьем на всякий случай. Ты мне соломы много не собирай. Ну, 257 уже есть, сейчас принесу. У меня 95. А где холодильник? Вот там видишь? Это что такое? Гриль сырьевого. Ребята, нету холодильника. Так, а мне походу дело камень нужен. Где камень? Здесь ловушки опять позакрывались. Ты мясо будешь собирать? Ну, собери, пожалуйста. А, я одно вижу, а где еще? О, здесь 5 штук. Я просто помню, что где-то еще были. Да уберите это свое сообщение. Да, вот, спасибо. Хотел сказать. Послушали. А ты сколько, 2 поставил или 3? Ну, с одной я собрал. А, я, наверное, не с этой. А, нет, с этой. Или не с этой. Я уже запутался в твоих ловушках. А, значит, 3. 1, 2, 3. Хорошо. Их надо было рядом прям поставить, чтобы не бегать. Я не могу найти холодильник. Дома дофига мяса, она не успевает жариться, он от голода умрет. Ура, покушать дали. О, у нас уже печка стоит, обалдеть. Так, я солому скидываю в последний ящик. Вообще живность тут туго, я смотрю. Я уже сколько бегу, никого не видно. И сейчас еще набью. Ну, живности, да. Ну, видишь, застроено много очень.
Я через лес перебежал и вышел с другой стороны куда-то. Ты там только не потеряйся, у нас птеров-то нет, чтобы тебя найти. Да не, я помню. Только замерзнуть могу. Да, кстати, я вот тоже замерзаю, у меня поэтому еда быстро падает. Да еще и ночь. Воротины брошенные. Давай домой. Да если можно было. Рушить-то можно, толку, если нельзя с них ресурсы получить. Угу. Оля, а ты где? Опа, это что такое? Ничего нету, пусто. Оля. Тут... Гоняют обезьяны, что туда? Мне осталось только 12 ягод. Оля. Много затамило. Обезьяны в покое. А знаете, я не вижу. Вот нету здесь полоски. Здесь полоски. Ну знаешь, такие у него это палки, ну как эти, дерево хранить. Такого не было там. Ну здесь много что другое совсем. Верстак, не верстак, не поймешь. Ладно, как. Я к вам возвращаюсь. Там фигнюшки, там лесопилка. Лесопилки можно делать доски из досок. Ну да, вот похоже на это, да. Вот такой белый домик, который не снесли, можно делать из досок лесопилки. Да, у него тут стены какие-то, как из кирпича, но не кирпич. Да. И замечаешь, понятно. Смотри, между стенами и кирпичами идет просвет. Как будто они в воздухе висят. Не видишь такого? Не. А у него один ряд кирпичей или два? Один вроде. А, но если увидишь где два и три, увидишь там прям просвет такой. Дошка прирученная стоит, забрать нельзя. Нет, тут, кстати, этот есть. Откат времени, то есть через определенное время ты сможешь набрать. Опа, ну, да. А тут дом в воздухе, а не прорисовывается. Нам, кстати, можно будет, если птеры будут, затамим, полетать, посмотреть, может быть, где-нибудь что-нибудь разобрать можно и забрать. Ну, разберемся в нашу компашку уберишек. Меня на прошлом сервере этому научили в одном трайбе. Трайб назывался Хомки. Тут даже этот лот можно приклеймить, да? Прикольно. Тут лодку, все можно. Вот этот нашел, 5 дней осталось. Ты обстроенная с двух сторон, что ли, не пойми. Видишь, он так прикольно как-то построен. Слушай, у него по бокам прям висит. Тогда уж сказала бы, не исключено. Я зайти не могу в дом. Что это такое? Ты вес прокачал. У нас там один поддон был. Поставь, пожалуйста, деревянный, а? Я где-то видел в каком-то ящике. Ставится, я его пытался. Вот до этого я заходил, а сейчас какие-то это. Сейчас. Пожалуйста. Нет, то же самое. Текстуру где-то. Ой, я даже подпрыгивать вот эту вот. Сейчас можешь? Нет, то же самое. Я тут до нашла.
Слушай, давай еще одну дверь где-нибудь сделаем вот здесь вот, с этой стороны. С другой стороны, с торца прям. Ну просто правда, что я даже прыгаю иногда, вот это вот, не могу туда. Не ставится там дончик никуда. Только сзади, там сейчас, сзади, там кровати. Тут не столько. Ну давай хотя бы здесь, правда. Да. Ух ты, комар! Комар! Оля там Додо нашла. Класс. Хорошо живем. Это на муравей. Так, а камня у нас пока больше нет, да, нигде? Вот тут треснулись, я вот... А я боюсь в воду входить. А в воде можно его бить? Ты его тут бил? А тут это где? Я тебя просто не знаю, где ты. Не, он далеко, надо нырять за ним. Не-не-не-не-не-не, какой нырять? Не надо, ты что? Откат. Да, как же колобка не хватает, а? Куда? Я даже готов 12 часов просидеть перед ним, чтобы его затамить. Да, все слышали. Он готов сидеть 12 часов с колобком. Раптор в районе ловушек. Хорошо, хорошо. Хорошо, говорю. Ты с кем там? Там мама проснулась, думала, не получилось. Она же жена, она же мама. Я думал, ты нам. Раптор, зараза, наш ловушки пришел жрать. Какой там? А меня комар спину укусил, зараза. В детстве, говорит, меня мама всегда всему заставляла, учила. Подрос, стала жена, когда я повзрослею. Вижу третью ловушку. Ты видишь, нет? Темно очень. Я больше смотрю туда. Чтоб ты кинула, а я это оприходовал. Да, живот у меня здесь вообще туговатый. Так, я не поняла, где дверь? Попустите в дом. Кто у нас двери отжал? Так там мясо жарится, какие двери? О! Ловушка сработала. Петя, я только отошла. Слушайте, с ловушкой тема, конечно, шикарная. А потому ловушка и есть тема, потому что люди, ну, это, животных нет. Вообще мы можем лопать. Только за жатвой бегать. Ну, прям передо мной ловушка сработала. Иди, пожалуйста. Кто? Я не мешаюсь. А, Оля? Ты что делаешь, Лен? Лен? Фокус-фокус. Блин, вы бы ее видели. Стоит, держит в руках волос или балас. И говорит, отойди, не мешай. Знаешь, думаю, интересно, кого на того охотится. Значит, отойди, не мешай. Так, я ловушку не вижу третью. Где она здесь была-то? Ты опять держишь. Ой-ой-ой. Дихозавр бежит. Кто? Дила?
Я раптора нашел. Так ты молодец. Тащи его сюда. Двадцатый. Так, я вам свечу, бейте. А что, есть у кого баланс, нету? Да-да-да-да, все нормально. Вон Лена стоит с ним. Yes. Завалил. Ха, как мы его, а? Как я бежал. Как я бежал. Э, домой-то пустите. С другой стороны, иди сюда. А, во. Ну вот, теперь зайти хоть можно. Если сейчас еще кто-то пробежит, я буду вас кидать уже в вас. Так, люди, я иду в Ваньки. Да, сейчас. Я тоже. Все, я тут в стороночке встану, чтобы не мешать вам. Все, всем спокойной ночи. Давай, давай, до завтра. Доброй ночи. То у меня тоже мамочка спать не ляжет. Кто не приду. Кто там? Классный звук. То есть СРИГа падает, бог? Что, смешно упало? С таким... Да? О, и мандраж пошел, мандраж пошел. Смотрите на это. Поддергивается. Это она во сне. Это во сне от раптора бежит. Смотри, сейчас ляда, я рядом встану. Давай. Ладно, всем пока. Давай, до завтра. Пока. Ну падай давай уже. Если у меня что-то это нажало, и все, висят. О. О, это что такое сейчас было? Что, еще висит? Я не могу. Это как он так? Ты посмотришь. Я сейчас вот это видео буду заканчивать. Ты посмотришь, как это было, ты будешь угорать над собой. Еще веселее было. Да-да-да. Так, ну что, мы еще здесь? Ну, пока, да? Ладно, хорошо. Пока. Давай, пока, спокойной ночи. Давай, счастливо. Спокойной ночи. Так, ну что, народ? Народ потихонечку разбежался. Мы пока с Еленой здесь остались. Я думаю, на этом можно будет серию закончить. Вы сами видите, что понемножку у нас пошло развитие. Ресурсы, 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 еда. Нет, еда, 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 ресурсы, ресурсы. Вот так вот. Вот, и пока на этом серию закончим. Ну что же, всем спасибо, всем пока. Елена. Пока-пока. Все.